Ты расправишь крылья духа, как орел, и воспаришь над этой землей. И я скажу тебе, что ты там должен внизу увидеть. 7 величайших порталов планеты, светильники апокалипсиса. Это будет сильный свет. Кто-то не видит этого, а мы можем это видеть. Ты готов? Отец, наполни паруса сейчас, наполни крылья. Ну что, полетели? Взлетаем. Вау, как быстро вы полетели. Ты видишь это море? Ты видишь эти моря? И ты видишь эти 7 могущественных огней, которые источают лучи прямо в небо. И свет от них, как от ядерного взрыва, просто распространяется по земле. Это свет сильный. Это свет Божий. Это свет благодати и благословения. Это свет, свет мира. Он заливает этим светом всю турецкую землю. И земля исцеляется. Раздоры заканчиваются. А главное, сыны поднимаются. Подобно Иоанну, видя престол и сидящего. Давай с этой высоты поднимем руки наши. С тебя сейчас источается свет, льется свет на землю. Смотри сейчас, созерцай то, что видишь. И если у тебя приходят какие-то слова на эту землю, говори. Ты имеешь власть говорить слова. Турция меняется сейчас, когда ты говоришь в ее судьбу слова благодати, слова Божьей любви. Пари. Будь сейчас в духе. Иоанн говорит, и был я в духе. И услышал голос с неба, взойди сюда. Я покажу тебе, что будет вскоре. То место, в котором ты сейчас паришь, это место, где ты знаешь, что будет вскоре. Место, с которого ты можешь высвобождать эту землю. Владычество Бога. Я
хочу, чтобы пророчествовали другие служители. Продолжай парить сейчас. Продолжай пребывать в этой атмосфере. Не останавливайся и смотри. Смотри эту картину. Исаия 9 глава с 1 стиха. Это мессианское пророчество. Это пророчество о Мессии. Пророчество о рождении Сына Божьего. Прежнее время умолила землю. И ты сейчас видел эту картину огромного величия 7 светильников, которые стояли на этой земле. Огромной славе рождения сынов Божьих по всему этому региону. Это колыбель сынов Божьих. А о славе которой мы по сей день читаем в Писании и стремимся, чтобы дотянуться до этого. Но пророк говорит об этой земле. Последующее время возвеличит Приморский путь. В последнее время произойдет восстановление. Восстановление сынов на всей этой земле. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Сыны Божьи, источники света, они двинутся по всей земле. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Свет поднимается на этой земле. И ты увидишь народ. Увеличишь радость его. Это открывает новые источники радости на этой земле. И сказано, он будет веселиться перед тобою. Как веселиться во время жатвы? Кульминация праздника. Кульминация праздника. Она распространится по этой земле. Как будто радуется при разделе великой добычи. Почему это произойдет? Потому что ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость будет сокрушены. Сыны изменяют атмосферу. Сыны разрушают рабство. Сыны высвобождают благость. Высвобождают благодать. Приходит великое изменение времени. Вместо войны приходит мир. Сейчас увидь рождение сына. То, о чем говорил пророк. Увидь рождение сына. Ибо сын дан нам. Владычество на раменах его.
и нарекут Ему имя. Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности и Князь мира. Умножение Его владычества. Не будет предела на престоле Давида. И царство Его утверждается в силе. Сыновья, это отражение Сына, рожденного Отцом. Сыновья приходят во все города. Каждый город светильник. Семь стихов. Семь городов. Каждый город светильник. Наполняется сынами. Сыновья наполняют землю. Я вижу горящие светильники. Я вижу горящие светильники. Я вижу ходящего посреди светильника. Каждый город, он как эта лампада на светильнике, загорается светом Сына. Вижу сыновей, которые поднимают свои глаза на престол Отца и говорят: Твоя слава грядет. Славу!